Далее. Только я приехал с компьютером. Все там, значит, установили оболочку на маке. Пустыня. Ну, как бы сказать, конечно, она поражает воображение. То есть вот обычно заставка на компьютере, на мониторе. Ну, какая-то картина. Вот у меня была программа, оболочка «El Capitan», понимаете? О-хо-хо-хо. И волна такая красивая. Волна, и он работал очень шустро. Мне нравилось, как он работает. Так, знаете. Вот. Это же, значит, пустыня. Это уже, наверное, сейчас я вам скажу. Это или третье, или даже четвертое обновление после «El Capitan». Вот. То есть, как бы, программа уже разработана для того, чтобы устанавливать, допустим, Final Cut. Работал с видео 4К. Значит, пустыня это меняет, как бы сказать, вот свое освещение в зависимости от времени суток. То есть я вечером так включил компьютер, хоп, а пустыня это, знаете, звездное небо, там такая вот удивительная вещь, которая, как бы сказать, так поражает. А днем это, значит, вот оно все освещено, там день. Вот, то есть было столько проброшено, и значит, то есть, к чему я веду всю эту речь? Значит, выходит компьютер, там с железом, со всеми этими вещами, и к нему пишется программа оптимальная под это железо. Далее идет какое-то обновление процессорах и так далее и тому подобное. Опять, значит, пишется программа с учетом, значит, этого мощности этого железа. И вот когда, будем говорить, железо старое, а программы все более новые, тем более там 64-разрядное, то железо просто-напросто не может работать. G5 когда-то супер-дупер Apple-овский компьютер, мониторчик к нему, все это такое. Вот смотрите, программы оптимизированы, я включаю и считаю, за сколько запустится программа, которая была изначально на нем установлена без всяких апгрейдов. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Пожалуйста. Все появилось. Грубо говоря, 25 секунд. А теперь мы вот тот компьютер запустим. Для чистоты эксперимента я отключу от него все наружные жесткие диски, все RAID-массивы, чтобы включился только сам компьютер. Включаем и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три, восемьдесят четыре, восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто, девяносто один, девяносто два, девяносто три, девяносто четыре, девяносто пять, девяносто шесть, девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто. Дальше считать не буду. Буду наблюдать. Как видите, уже в 4 раза больше времени прошло, а компьютер еще не запустился.
Сейчас посмотрим, с чем это еще связано. То есть я отключил все диски внешние. То есть ни вот этот, ни вот этот RAID-массив, ни монитор к нему не подключены. И даже не подключена клавиатура. Сейчас клавиатуру подключим. Да, ё-моё. Вот она, пустыня запустилась. Значит, ничего не сообщает, что, почему он так долго все это делал. Закрыть. Ага, проблема к серверу. Это вот штучка. Это отключена. Значит, ладно. Сейчас. Я выключу. Подключу монитор, этот и этот диск. И еще разок посчитаем, насколько быстро он запустится. Вот он еще выключается. Вот он выключается. Кстати, но пока он выключается, вот у меня более-менее из всех компьютеров, которые у меня есть, вот это у меня наиболее современный компьютер. Мы сейчас его выключим и также проведем эксперимент, за сколько он включится. Здесь программа, как вы видите, вот она, Sierra, гора с этим самым, с озером. Очистить корзину. Насколько быстро он включится. Так, включаем MacBook Air. Нажали. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот, пожалуйста, программа эта Sierra запустилась, готова к работе. На ней такой же Final Cut. Довольно-таки крутая версия. 10.4. 10.4, 10.4. А здесь установлено 10.4.4. Ладно, раз. Ага, здесь еще нету в 4К. То есть в HD и в DVD разрешение. То есть, видите, запустилось, все работает, все туда-сюда. Итак, сейчас я подключу RAID-массив. Вот этот вот тоже внешний диск-накопитель. И монитор. Ну и посмотрим, за сколько это все включится. RAID-массив. Promise. Внешний диск и монитор подключены. Ну и считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать.
Дальше не считаю, просто наблюдаю. Как видите, запускается что? С подключенными внешними дисками, опрашивая их и монитором, что без них и без второго монитора запускается довольно-таки длительно. То есть программа, вот эта пустыня, увы, не подходит к этому железу. Слишком она такая, будем говорить, громоздкая, что железяка компьютерная не успевает ее запускать, с ней справиться. Не успевает с ней справиться. Поэтому и запуск идет так долго. Да. Вот все познается в сравнении. Знал бы, я поставил этого Эль Капитана, который здесь был на месте. Так, конечно, все красиво, все понятно, все. Но. Паблик есть. Паблик есть. Вот он. Это вот этот диск. Вот этого диска еще и нету. То есть он еще не зацепился. Да, как-то это все дело удручает. Хочешь одного, а получается совершенно противоположные вещи. Вот такие это дела. Кстати, у меня есть еще вот он компьютер. Как говорится, это еще не все компьютеры. То есть MacBook Pro. MacBook Pro. Сейчас мы его тоже протестируем. Здесь, видите, какая-то совершенно иная операционная система. Об этом Mac'е. Значит, обновление. Так. Версия macOS. Запишем. 10.9.5. Насколько это все быстро запустится? Давайте мы с вами посмотрим. Выключаем этот космический дизайн такой. Открываем. И начинаем считать. Нажал. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50. Закончим на этом, хотя тут еще не появилось. Не появилась вот эта вот штучка, как тут, но тем не менее, вроде как работать можно. Долговато открывается, долговато. Работает долговато, но тем не менее. Так, что тут за программа установлена, сейчас мы посмотрим об этом Mac'е. High Sierra версия. 10.13.2. Что здесь за программа? Здесь программа macOS Mojave. Версия 10.14. Можно обновить ее. Но у меня есть еще один компьютер. Macintosh такой старенький, ядреновож. Вот это он. Моего сердца шампиньон, на нем я так поработал. Давайте посмотрим. Видите, тут
такие непростые штуки. Запустим-ка его. Он стоит на таких вот подставочках. Для того, чтобы особо не грелся. Смотрите, тут какая кнопочка. То есть такая, знаете, козырная. Диск сюда всовывался, так сказать. Порты, колоночки такие. Как, короче, как-то побогаче сделаем. Ну, давайте. Об этом компьютере замолвите слово. Значит, это программа macOS 10 версия 10.6.8. То есть это самая, вроде бы, из всех программ старая. Так, для чистоты эксперимента закрываем. Открываем. Включаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 18. Ну, 18, да, и он включился. Logic Express. Старые добрые программы. Soundtrack Pro, Final Cut. И прочее, прочее, прочее. Как вы видите, программа оптимизирована и запускается она довольно-таки быстро. Что тут стоит за программа? Как видите, мониторчик прекрасно показывает. Значит, это программа macOS 10 версия 10.4.10. То есть это самая старая программа, которая у меня имеется на компьютерах. А у меня их 5 маков. То есть все прекрасно работало. Кстати, вот смотрите, какая. А этот мак называется Power Mac G5. Вот она. Power Mac G5. Мощный Mac G5. Понимаете? Перевод. G5. Смотрите, какая реклама была этого изделия. Запускаем. Растянем его так. Отдача, видите, от работы с таким компьютером. То есть этот молодой человек сидел за столом. Потом, будем говорить, как заработала эта штука. Power Mac G5. Что его отбросило? Компьютер. Apple Com G5. Видите? То есть программа оптимизирована, не запускается сразу. Если сюда сейчас это установить пустыню, то он вообще, скорее всего, не запустится. Вот такие вот вещи я вам продемонстрировал наглядно. Не устанавливайте программы более поздние на старое железо, ну максимум 1-2 обновления, то есть первые, но не 3-4, тогда компьютер у вас ничего не будет делать. Вот это все я на своей практике определяю.